Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Светлана Филатова, рада приветствовать вас на моем канале, и сегодня вас ждет очередной разбор, разбор которого вы давно уже просите. Давно уже вышло это интервью, я даже затрудняюсь сказать, как давно оно висит в YouTube, но вот я наконец до него добралась. И вы знаете, название видео я взяла именно такое, «Муха в янтаре», неспроста, по двум причинам. Первая причина, потому что Чулпан сама себя назвала мухой в янтаре. Вот в процессе я просто не нашла, сейчас не стала искать, но я помню, что она себя назвала вот этой мухой. И знаете, я поразилась, насколько точное определение она себе дала, потому что, ну, в конце видео я вам объясню. Это просто, знаете, такое совпадение. Это вот интуитивно человек очень четко знает о себе все. Вот, и это интервью прям четкое подтверждение тому, что вот в данном случае героиня, которую мы будем разбирать, она о себе все знает. Причем такое, что как бы нет на поверхности. Ну, давайте смотреть. И для начала мы пройдемся по ее базовым линиям поведения, по ее базовым сигналам тела. Ну и первый сигнал — это у нас как она реагирует на какую-то информацию, которую она хочет, которой она хочет избежать. Давайте смотреть. Ой. То есть все это было ужасно муторно, потому что нужно было написать речь, как бы объявить, о чем ты будешь говорить заранее. И было ощущение, конечно, так, все, сейчас мы закатаем рукава. Вот смотрите, по поводу рукавов, она очень четко иллюстрирует то, что говорит. И вот в данном случае идет закатывание рукавов, да? И будем менять эту жизнь. То есть, смотрите, сначала идет закатывание рукавов, но потом идет жест обратно. Рукава натягиваются еще больше. То есть, как бы готовность работать, но потом, как показала жизнь, все-таки эта готовность, она ни к чему не привела. И в итоге имеем, что имеем. И, исходя из того опыта, которым она пришла с нами делиться, она уже, ну, видимо, разочаровалась в этом. Ну, как бы сначала проиллюстрировала нам готовность работать, а потом когда закатывают рукава, как бы освобождают рукава для того, чтобы удобно работать, чтобы рукава не мешали. Но когда идет натягивание одежды, в любом варианте, это могут быть штанины, могут быть, ну вот, рукава, может быть натягивание на горло, то есть вот любой вариант натягивания одежды говорит о том, что человек пытается избежать того, что ему неприятно. То есть, понимаете, да, вот этот жест, он противоречивый, и она прям проиллюстрировала свой вот этот вот ход эволюции, да, ход мыслей, как она вообще вот сначала была готова работать, а потом жизнь ее поставила, что называется, на место. Идем дальше. То есть это было не ты письмо передавал, это как бы. А вот здесь вот тоже с рукавами очень интересный жест. Смотрите, вот идет как бы как раскрывание руки, раскрытие руки, да, но раскрытие в опасном месте. Вот помните, я вам рассказывала про шею. Шея — это самое опасное место, и мы бессознательно пытаемся спрятать шею в моменты опасности, потому что от наших предков нам пришла та память, что убивали через перекусывание сонной артерии, да, и поэтому шею человек всегда прячет, потому что это самое опасное место на теле. Но еще одно, ну, менее значимое, но тоже опасное место — это вот вот это место, рука, да, вот куда, ну, где находятся вены, и где часто бывает, вот кто пытается покончить жизнь самоубийством, перерезает вот именно вот эту вену, да, на внутренней стороне руки, вот эти места, вот это и вот это, да. И когда сейчас вот она как бы вот с этим местом, ну, я не знаю, назвать это играет не очень уместно, но она его приоткрывает, да, она как бы открывает свою беззащитность. Вот это вот знак беззащитности, она иллюстрирует то, что она беззащитна перед этим вопросом. Это врачи. Угу. Это все не так
не так организованно. И видите, вот она держит открытым, то есть она открыта перед нами, она самое опасное место держит открытым. Вообще, когда вот эти открытые, закрытые жесты, вот открытые жесты, это значит, мы не боимся показать это место, да, мы не боимся, вот это как шею показать, то же самое. И часто, кстати, многие люди стараются шею спрятать, это вот как раз психотипы такие, когда человек любит все держать под контролем, и в том числе шею. И вот эти вот водолазки, они очень удобно подходят вот таким вот людям. А если человек наоборот открывает шею, то он не боится открывать самые беззащитные места. И вот это место тоже беззащитное, тоже вот демонстрация. И почему еще, знаете, вот женские, вот когда женщина курит, она вот показывает вот это изгиб вот это руки, да, и это считается сексуальным, потому что это показывание беззащитности. Она показывает свою беззащитность, она показывает: любуйтесь, пожалуйста, вот этим изгибом, любуйтесь моей шеей. Ну, это вот такие синонимы, так сказать, жестикуляции. Как это выглядит? Не то чтобы существует какой-то центр принятия решений, который... Видите, вот здесь натянула, когда еще он задает вопросы, она понимает, о чем идет речь, и вот на этом месте она закрылась, делайте выводы. Заранее придумал, что нужно замочить Чулпан Хаматову омбудсменом. Еще раз. Уполномоченный по правам ребенка. Омбудсменом. Да. Тебе... Видите, опять натягивание одежды. И отсаживается. Отсаживается, еще усиливает вот эту беззащитность. И я хочу спрятаться, я хочу уйти от опасности. Ты, мне кажется, уводишь куда-то должна. Нет, слова должна там не было просто. Нет? Это было... Хорошо. Да, то есть увидели, вот эти все жесты по поводу натягивания рукавов, вот рукавами можно тоже много чего сказать, да, и мы увидели, что несколько вариаций, да, казалось бы, один и тот же жест, но он по-разному отыгран, да, вот он по-разному показан и по-разному имеет значение, поэтому имейте это в виду. Следующий жест, который она часто использовала в интервью, вот сейчас давайте посмотрим. Люди, которые все отучились за границей. Вот вы видели, она закрывает нос. А через нос в организм поступает воздух. Воздух – это топливо. А топливо – это наш темперамент. Чем больше топлива, тем сильнее можно разгореться. Да? А соответственно, это темперамент. И когда человек, разговаривая с вами, закрывает вот это место, он как бы закрывает темперамент, закрывает поступление информации еще. Кстати, вот с воздухом приходит много информации, которую мы анализируем бессознательно. И человек, закрывая это место, перекрывает вот это поступление информации для того, чтобы проанализировать то, что у него уже есть. То есть это такое двойное значение, но оно параллельно, да, параллельно. То есть стоп, немножко давай приостановимся, подумаем, не будем пока сгоряча делать выводы, сгоряча делать какие-то действия, да. То есть вот это вот такой жест. Гасим темперамент, гасим драку, которая может быть бессознательно там образуется. То есть человек пытается себя взять в руки в какой-то степени, да? Ты вернулись с этим ощущением, что так, это все можно изменить, просто нужны условия. Эти условия связаны с лекарствами, оборудованием. И вот здесь вот она тоже начинает вот этот жест, то есть это сложно, это надо взвесить, да, то есть вот это всегда жест взвешенного подхода. Недостроенная клиника стоит в центре Каширки и гниет. Они думают, что фонд существует благодаря государству или там получает какие-то государственные гранты. Единственная выгода, которая была для фонда из-за этого ролика, это возможность развивать регион, заканчивающийся. Нет, еще 2-3 года до того, как она откроется. Представлены и рок-музыканты, без вообще каких бы то ни было редактур, это готовый стендап номер. В программе остался один раз задается вопрос, и сразу мой ответ в финальной программе.
Видите, кстати, большим пальцем. Большой палец – это эго. Делали сотрудники фонда, и которые я разбомбила в пух и прах, потому что... Ну, потому что я артистка, и понимаю, что чувствуют эти дети, которые в большинстве своем, естественно, еще и инвалиды. Потому что как бы не инвалидов стараются раздать в российские семьи, а инвалидов стараются отдать не российским семьям. А нет, еще мне сказали, мы с вами свяжемся, как только решение найдется, мы с вами свяжемся. Никто, конечно, не связался, решение нашлось и нашлось. И вот что это было, я не знаю до сих пор. И это им кажется, что это прям последствия при последствиях. На самом деле, там, а кто-то у кого-то прям... Ну, нету доказательств, что это дело обосновано. Как бы оно валится. Доказательств нету. Я не хочу. Угу. Ну, здесь я собрала все, вот, ну, я думаю, что, может быть, не все, но большую часть вот этих жестов, и сейчас я смотрю и думаю, боже мой, она все интервью терла нос. На самом деле это не так, потому что интервью длилось 2 часа с лишним, и я вам очень рекомендую его пересмотреть, потому что вот именно на тех моментах, где она пыталась, вот я вам объяснила, что делать, да, значит, она там потирала нос, прикрывала скорее нос, она даже не терла, а прикрывала нос. А дальше, еще один жест, который я бы хотела вам показать. Я взяла только половину, потому что здесь их было очень много, вот этих жестов. Давайте смотреть. А еще меня взбесило то, что они все время просили тезисы. Пришлите тезисы вашего выступления. Слово тезисы я помнила по школе, когда мы переписывали на уроках. А именно это отсаживание. Отсаживание – это когда человек пытается прям избежать какой-то ненужной информации, какой-то, ну вот, воспоминания, когда он вспоминает о человеке, например, или о ситуации, которая ему неприятна, он как бы отсаживает, он не как бы, он просто берет и отсаживается, он старается отстраниться, то есть дистанцируется телом от этого источника неприятной информации. И в данном случае, вот, пожалуйста, давайте еще посмотрим на эти жесты. Тезисы Ленина. Плесень. Плесень и грибы, и, в общем, это все опасно очень для жизни. Этим детям, которые болеют раком, у которых очень пониженный иммунитет, совершенно пониженный, им каждая бактерия совершенно... Все остальные получали там уже какие-то другие медали. И мы с Ольгой Дроздовой получили каждая по медали дружбы. А я ее так обожаю и так восхищалась, что я от страха, когда звала ее участвовать в нашем концерте, сказала: «Здравствуйте, здравствуйте, Алиса Бруновна, это Чулпан Хаматовна». Последние лет 40 с тех пор. И мне, значит... Видите, прям отсаживается конкретно. Звонят какие-то там люди, некая Лена... И вдруг я краем уха слышу, что это Лена говорит Насте. Бреда, который там происходил. Встреча президента с благотворительными организациями. Да, конечно, тот абсурд, который она описывала, это просто атас. Я послушала, я просто в шоке. Ну, в принципе, я так и догадывалась, что все так и происходит. Но вот посмотрите интервью, кто не смотрел, обязательно это сделайте, потому что вот она прям описывает такие вещи, и вы знаете, я ей верю. Верю по многим причинам и верю, ну, давайте дальше, сейчас вам по ходу все будем смотреть. Еще один жест, но он, наверное, будет как повторение, но тем не менее. Женщина мороженая. И я такая влетаю. Очень это все, ну это все просто вызывает чувство какое-то, да, какое-то старперство, какая-то просто тоска. Встречаю Мишу. Видите, вот этот вот жест, она как бы показывает перед нами, вот она открытую ладонь. Ну, правда, это очень плохо видно, к сожалению. Вот здесь вот это видео, так, как бы его, может быть, подождите, может быть, я сделаю вот так. Сейчас, секундочку, чтобы вы увидели этот жест, который, к сожалению, не получилось. Летаю, очень это все,
Ну, это все просто вызывает чувство какое-то, да, какое-то старперство, какое-то. Видите, еще и поддерживает руку, как бы показывает свою беззащитность, а другой рукой поддерживает. И смотрите, показывает левую руку, это у нас эмоции, да, эмоции беззащитны, эмоции оголены, но правой рукой она ее поддерживает, соответственно, то есть логикой пытается это все собрать в кучу, чтобы, ну, как-то не совсем уж это вызывало так много негатива, да, так много беззащитности. Какая-то просто тоска. Встречаю Мишу Ефремова, мы идем пить. Поэтому мне важно сказать. Он натягивает рукав, уже более, скажем, ну, собирается, можно сказать, да, собирается с эмоциями, да, и закрывает вот эту беззащитность и идет просто общаться там, где, ну, уже это так не вызывает эмоций ранимости, да. И с самого начала, вот утром ты после этого просыпаешься и ощущаешь вот эту... Видите, как она сидит с открытой вот этой, с открытым запястьем, да, с открытым вот полностью, открытая рука, вот это самое беззащитное место на руке, да, и как бы показывает, вот я перед тобой открыта, вот это вот степень открытости, да, вот она все интервью показывает свою открытость. Не, ничего. Ну, даже не показывает, она, в общем-то, по психотипу она эмотив. И вот эмотив, он так и живет. Вот он живет с сердцем, знаете, открытым ко всему. Он страдает от всего, он переживает по поводу всей несправедливости. И вот эмотивам тяжелее всего живется. Ну, хотя, я не знаю, многим психотипам тяжело живется, но вот эмотивам особо тяжело там, где много страданий, потому что он все пропускает через себя. Это очень страшно. И вот у меня тоже очень много эмотивного во мне, да, и я стараюсь в последнее время даже просто не смотреть какие-то, ну, вот страшные картинки, страшные ужастики, хотя там я скорпион по гороскопу, но тем не менее, мне страшно, я заметила за собой, что я слишком близко, все не то что близко, я через себя пропускаю любую боль, и поэтому эмотивам очень тяжело живется, когда вокруг много боли. И я ее прекрасно понимаю, вот вы знаете, я смотрела на нее, и я понимала каждую ее эмоцию. Вот в данном случае, вот это вот открывание руки, то, что она открывает руку, я тоже это понимаю, потому что это вот эмотив, он так живет, он вот если сердце она выложит, и вот оно будет вот перед, она беззащитна, она полностью беззащитна перед всеми превратными. Нет, я ни в коем случае не отбеливаю ее, да, перед вашими глазами и так далее, просто вот я чувствую это, и поэтому хотела это сказать. Да, давайте смотреть дальше. Ничего, я просто читаю новость. Угу. Хаматова выбирает Северную Корею. Я понимаю. И, кстати, вот эти вот вещи, которые с ней происходят, да, вот, казалось бы, она сказала, ничего плохого не имела в виду, а ее вот так вот вывернули. Это все я вам в конце покажу, почему это происходит. Это прям реально у нее в натальной карте это все прописано, понимаете? Вот это вот прям программа, по которой она идет. Вот в каждом из нас заложена определенная программа при рождении. И вот она прям проигрывает свою программу на 1000%, там и по нумерологии, и по натальной карте, я вообще просто посмотрела и была в шоке. Понимаешь, что это вранье, что это не так. Но я понимаю, что... Видите, а вот когда она говорит вранье, это не так, и плечи вверх, потому что отчасти она понимает, что отчасти это так, и она сейчас объяснит. А где доказательство, что это не так? Ты же сама это сказала. Вот действительно, она это сказала, да, а из контекста вырвали какие-то фразы, и она сказала много всего, но вы вычленили именно эти фразы и выставили ее в определенном свете. И вот это вот пожимание плечами как раз и есть иллюстратор того, что не совсем это не так. Да, она это сказала, она действительно это сказала, и тут предъявить нечего, к сожалению. Да, ну там просто интересно. Да, теперь давайте уже смотреть, да, вот прошлись по ее базовой линии поведения, а теперь уже конкретно по тому, как она относится к той или иной ситуации, как она объясняет
ту или иную ситуацию. И начнем мы с ее друга Шевчука. Как она к нему относится? Вот мне было интересно. И я думаю, что мы сейчас все это узнаем, как на самом деле Чулпан Хаматова относится к Юрию Шевчуку. Для тебя Шевчук важный человек. Да, очень важный. Смотрите, пожимает руки. Руки – это то место, которое отвечает за общение. Ну, мы когда встречаемся друг с другом, да, мы пожимаем друг другу руки. Причем, ну, издревле вообще руки пожимали люди одинакового статуса. Да, вот когда появилось рукопожатие, оно обозначало, что, ну, вот если человек пожимает друг другу руки, значит, это человек моего статуса. Это первое. Второе. Это вот сейчас несет посыл того, что это дружба. Это не вот в данном случае иллюстрация пожимания руки говорит о том, что речь идет о дружбе, о взаимном уважении. Здесь нет никакой там сексуальной составляющей, здесь нет никакой там, как сказать, еще составляющей, ну, какой-то выгоды или еще чего-то. Вот здесь вот именно взаимное, ну, по крайней мере, с ее стороны идет большое уважение к этому человеку. То есть я тебя уважаю, соответственно, я пожимаю тебе руку. Вот что говорит этот жест. Дальше. То есть понимаем, да, что моменты, как уважение. Как вы с ним... Видите, при этом она садится глубже. Это неловкость, избегание. То есть о чем это говорит? С одной стороны, уважение, с другой стороны, и побаивается она его. Он для нее еще и авторитет. Вот что говорит сейчас. Да, то есть... И там в гримерке мы первый раз знакомимся. Он, ну, как бы он для меня всегда был... Вот она сложно подбирает слова, потому что вот в данном контексте очень сложно. Но если бы она говорила о друге-друге, да, с которым там все очень близко, да, она бы так не подбирала слова. То есть вот здесь вот на первое место идет уважение и ну, контроль слов, да. То есть для нее это человек, которого она считает чуть выше себя по статусам, по статусу, соответственно, она старается не сказать ничего лишнего в отношении него, чтобы этим не скомпрометировать. Его песни всегда были для меня неким таким важным. Вот когда она подобрала, что сказать, пошли уже не манипуляторы. Манипуляторы говорят о волнении, о том, что сложно подобрать, какие слова сказать, да. А это уже речь идет о том, что она уже знает, что говорит, да. Вот когда уже иллюстраторы, они иллюстрируют нашу речь, когда мы знаем, что говорить, когда у нас вот прям эмоции подключаются, когда пошли жесты, как это, итальянцу свежи руки, и он потеряет дар речи, потому что итальянцы, как говорят, что больше всех жестикулируют. Но здесь я бы, наверное, и поспорила, потому что в разных национальностях бывают разные темпераменты у людей, да, и психотипы тоже разные, поэтому здесь, конечно же, ну, всех под одну гребенку мы не будем заметать, но тем не менее, здесь пошел акцент на иллюстраторы, что говорит о том, что она стала более уверенной в том, что говорит. Двигающим по жизни паровозом. Угу. Я говорю, Говорухин, я не могу больше. Кому нужна эта война? Как, почему мы вспоминаем погибших, но ничего не делаем для того, чтобы они... Это она о Говорухине рассказывает. Ну, она говорит о том, как разговаривала с Говорухиным. Там просто очень... Ну, рядышком и Шевчук. Прекратились. Вот, и дальше они сказали, ну нет, это очень какая-то... Кстати, у нее еще один жест, который часто она использует, это когда она чешет голову, а тем самым она как бы вспоминает что-то, как, вот, как активизирует мозговую деятельность.
Старуха, серьезно. Как, знаете, есть слова «репу чешет», да, «голову чешет». Вот здесь то же самое. Разная история, которая не от нас зависит. Там какие-то вот опять вот эти вот все геополитики и не геополитики. То есть опять вернулась к манипуляторам и потеряла уверенность. Да? Вот манипуляторы – это про потерю уверенности. Да? Когда ты не знаешь, что сказать, или ты в затруднительном положении, ты начинаешь теребить что-то, ты начинаешь с себя какие-то пылинки снимать, там еще что-то. То есть вот манипуляторы. Что касается вот иллюстраторов, это когда ты четко знаешь, что говорить, ты весь расцветаешь, можно сказать, и говоришь от всей души. В зале сидел тогдашний министр здравоохранения, он ему все высказал, сказал, что это позор для страны, что, значит, на больных детей люди собирают деньги таким образом, что вот потом вышла личка Ахеджакова. Ну, то есть вот высказал все как раз Шевчук вот в этом, на этом концерте, да, высказал Зурабову. Значит, следующий фрагмент по поводу теперь с Путиным, что у нас там? Про свои встречи с Путиным. Когда ты первый раз увидела воочию Путина? Смотрите, руки в замок, но с демонстрацией больших пальцев. Все-таки для нее это, ну, как демонстрация все-таки своего эго в какой-то степени, да. Но опять-таки, может быть, не эта ситуация ее эго приподнимает, а как раз невзирая на то, что она с ним общалась, она помнит о своей, ну, как о своей личности, да, и вот она четко себя осознает личностью, да. Тут трактовка, в общем-то, такая: смотрите на мое эго, да. А в контексте того, что она встретилась с президентом, или в контексте того, что невзирая на то, что я встретилась с президентом, я все равно творческая единица, да, и я четко самодостаточный человек, да, вот здесь уже трактуйте, как вы считаете нужным. Но смотрите дальше. Вот как она это сделала. Сложила руки, и вот видите, пальцы она не прячет, она показывает, да, и потом еще и выворачивает, то есть открывает обе руки, и на лице застыла эмоция, что говорит о том, что она не знает, опять-таки, что сказать, что, какую эмоцию в данном случае включить, да, ну, немножко подзависла, но при этом вот она говорит: я вам сейчас все скажу, только не забывайте вот, что я личность, да, я себя очень четко, ну, в этой ситуации ощущаю, да, и я буду перед вами открыто, раскрывает ладонь. Наверное, неправильно это назвать встречей, ну. Да. Видите, рука к лицу, волнуется, нижнюю губу нижнюю губу потрогала, то есть включила чувствительность и собирает информацию, что можно сейчас сказать, что нужно сейчас сказать. Ну, волнуется. Значит, чешет голову, иллюстратор мыслей, забот, да. Тогда его не было вообще. То есть это была какая-то тоска. То есть никакого придыхания по отношению к государству у тебя не было? Ну, абсолютно. Угу. Я думаю, что все так себя и чувствовали. Видите, и отстраняется. То есть что говорит о том, что я всегда была немножко на расстоянии. Я старалась чувствовать себя немножко на расстоянии от этого. Ну, по крайней мере, сейчас она это демонстрирует. То есть я все-таки не состояла в этом, да, я была немножко в стороне. Не знаю, там от 18 до, может быть, 40. Так себя и чувствовали от 18 до. Видите, и большой палец, это как раз она говорит о том, как в начале того, как Путин пришел к власти, как люди себя ощущали, да, и вот было такое ощущение личности, да, и она вот сейчас продемонстрировала, что была свобода личности, и вот это вот прям четко человек осознавал, что он является важным элементом, да, и он является вот свободной единицей в этом государстве, да, ну, то есть вот так вот. А следующий фрагмент. Было ощущение, что вот и есть сейчас зарождается гражданское общество. Когда Зурабов вышел на сцену при полном зале врачей,
Видите, вот на слове врачей уголок рта. А рот мы помним, это хочу, да, это как раз, а уголочек это расширение захватнической деятельности. И вот по поводу врачей, она как раз через врачей и работала, да, получается, она с врачами и работала. Вот все, что она делала, она, ну вот, делала, получается, рука об руку с врачами. И врачи для нее, можно сказать, были вот таким вот, тараном, что ли, для того, чтобы что-то делать, да. А тут ни в коем случае, вот даже, смотрите, вот такие люди, как она, да, они, как правило, им вот личное и общественное для них едино, да, вот если он... Человек увлечен чем-то, да, ему не важно, это мое собственное или это для какого-то дела. Вот она загорелась вот этим делом, и для нее, получается, вот это дело стало вообще ее жизнью, да, и вот в этом деле врачи выполняли определенную функцию, а выполняли вот как раз ту функцию, которую вот проиллюстрировать можно именно так. То есть они своим авторитетом, своей, ну, вообще своей профессией, как... были вот лицом всей этой деятельности, ну, лицом она была скорее, но вот они были вот таким вот звеном очень важным, ну, она бы просто так не смогла бы без врачей делать вот то, что она делала. Она как раз занималась медициной, да, по большому счету, она делала вклад в медицину, а здесь важны врачи, да, и через врачей только происходят все действия, и поэтому вот так вот потирает, причем правая сторона, это социальная сторона. Детей. То есть просто перед врачами выступал, но у нее ассоциация с врачами уже вот пошел жест. Прям чётенько, жесты наши, они прям все показывают, да, вот даже, казалось бы, она не говорит именно о врачах, да, но она просто упомянула их, и пошел этот жест. Вот как наше тело работает, оно даже, его не просишь, оно само дает жестикуляцию, дает, это вообще такой этот разведчик, который сам себя палит. А, да, значит, дальше, по поводу клиники. У фонда «Подари жизнь» была задача закупить оборудование на 40 миллионов долларов. И мы эту часть сделали. То есть она уже как бы, такой лакомый, невероятный кусок. То есть, видите, это иллюстраторы прям четко, да, она знает, о чем говорит. Вот здесь вот я прям ей верю, все. Фантастическая клиника. И говорит дальше с презрением, потому что послушайте, о чем говорит. Клиника. Полностью оборудованная, почему-то должна достаться вот этим врачам. С точки зрения как бы людей, которые хорошо умеют деньги, делают деньги на медицине. И вот они смотрят, значит, на всю эту ситуацию и понимают, что сейчас отличный момент, они все сделали, все построили, эту клинику отжать у этих врачей. И там происходит какая-то реорганизация Минздрава. То есть клиника сначала под Минздравом, потом под Росздравом, потом опять под Минздравом. И в какой-то момент замечают, что наши врачи, которые онкологи-гематологи, слово «онколог» убрано, и осталось только гематолог. А раз они остались только гематологами, то руководить этой клиникой, о которой они мечтали, которую они вынашивали, которую они строили и практически построили, эти врачи не могут. Это первая как бы такая чаша весов, где ну, было ужасно жалко не дойти до исполнения мечты этих врачей, которые... Носогубка – это перспектива. Когда мы что-то делаем на перспективу или думаем о каких-то перспективных вещах, наша рука, ну, что-нибудь тянется вот сюда. Вот это как раз, кстати, это называется это место еще Торец в Украине. Да, и это самое больное место, если сюда ударить. Здесь больнее всего, кстати. Так долго к ней шли.
Вторая чаша весов – это регионы. Да, то есть она описывает, почему все это происходило и так далее. Да, очень рекомендую вам пересмотреть это интервью, потому что там много-много всего. Ну вот она рассказывает очень подробно, прям, знаете, для меня на многие вещи открылись глаза. С другой стороны, конечно, когда она вот в этих роликах участвовала за Путина, да, я была удивлена, потому что вот для меня как-то уже на тот момент я понимала, что все не так однозначно, но странно было, что именно Чулпан Хаматова, которую я очень сильно всегда уважала, и она вот так поддерживает его. Она же, ну вот, вот эта вот ее эмотивность, она очень сильно подкупает. Когда ты смотришь эту искренность, да, и ты понимаешь, что да, действительно, может быть, он... Может, мы чего-то не до конца понимаем, да, то есть вот таким сомневающимся, как я, она прям четко дала направление, да, куда надо голосовать, да, поэтому, конечно, с другой стороны, внесла определенную лепту, но она здесь объясняет, почему это происходило, почему именно так, и, ну, объясняет довольно понятно. Значит, теперь вот по поводу того, как она, продолжим разбираться, как она к кому относится. И здесь отношение к Собчак тоже очень показательно, давайте посмотрим. Ты потрясающий человек, именно поэтому я бы хотела... Собчак, конечно, тоже еще та лиса, я вырезала там, отрезала кучу комплиментов, которыми она начала свою речь, и, в общем-то, из уст Собчак, если только пошли комплименты, значит, будет сейчас коварный вопрос. Здесь и сейчас спросить, скажи, пожалуйста, если бы ты не занималась благотворительной деятельностью, ты бы поддержала кандидата в президенты Владимира Путина, или бы ты осталась в стороне от политической деятельности? И я пошла отвечать. Дитя. Ну, это как бы это. Ты думаешь, это только эта причина? Я не знаю, нет. Не думаю. Пожимает плечами. Не знаю, да. И смотрите, поправляет одежду, как бы стряхивает несуществующие пылинки. Это манипуляторы, вот жесты манипуляторы и жесты самоочищения. Когда человек волнуется, ему нечего сказать, он начинает либо вот в манипуляторы уходить, либо начинает с себя какие-то несуществующие пылинки поправлять как-то, как будто бы плохо сидящую одежду. Ну вот, вот это вот как раз те жесты, которые говорят о волнении. И в данном контексте все-таки я считаю, что это отношение как раз к Собчак вот продемонстрировала она сейчас. То есть вот она волнуется, говоря о ней. У нее нет как бы каких-то дружественных или каких-то там эмоциональных, она просто волнуется. Волнуется, это значит, она боится упоминания, да, боится. Для нее это стресс, да, упоминание о Собчак – это стресс. Дальше, смотрите, часто моргает, придерживает глаза закрытыми чуть дольше. А это тоже говорит о том, что она, ну вот, как перезагружаться пытается, да, по ходу. Вот это опять еще одна, вот один, еще один факт в копилочку того, что она волнуется, вспоминая о Собчак и о вопросе, который Собчак задала. Отклоняется головой, поджимает подбородок, печаль. Видите, рука к лицу, опять рука к лицу, в любом случае это волнение, да, и а куда она идет? К носогубке, то есть перспектива, вопрос про перспективу какой-то был, да, и она это вспоминает, что была какая-то перспектива и была причина, вот, причина в перспективе. Да, значит, ну, из чего я делаю вывод, что Собчак, она, ну, не дружественно к ней относится, и она ее, ну, видимо, побаивается, вот так вот можно назвать. Дальше, что касается Болотной, давайте посмотрим, тоже интересный жест. Потом начинается Болотная. Видите, поджимает губы, подбородок. Это тоже для нее стресс, и информацию она хочет немножечко придержать
Подбородок – это про придерживание информации. Так. Я согласилась. А вот смотрите, какой интересный жест вот этот. Вообще, на самом деле, рука тянулась к челюстью, к основанию челюсти. Но, учитывая, видимо, жизненный опыт или долгие годы тренировки, да, поведение, как надо вести себя в обществе, рука пошла дальше, чтобы не продемонстрировать бойцовские качества. Хотя на самом деле, вот это вот про драку, которую пришлось вот... как увести куда-то в сторону. Получается, вот как удар шел, но ушел в другую сторону. Да. Видите, поджимает подбородок, при этом брови высоко. То есть акцентирование отчасти внимания, да, вот она сама акцентирует на этом внимание, но руку она увела в сторону, да, как бы я человек миролюбивый, дружественный, но вот здесь вот про драку, намечалась драка, но исходя из своего жизненного опыта и исходя из натальной карты, которую мы с вами посмотрим, вот уже натренированный жест пошел за ухо. Потом начинается болотное, меня зовут туда почитать стихи, я соглашаюсь, и буквально там на следующий день, через день звонок, меня зовут на прямую линию с президентом, где я должна... С Путиным? Блин, не знаю, с кем. Или с Медведевым? С кем-то из... Ну, с кем-то из них. Властью. Окей. Я говорю, я не пойду на прямую линию, потому что я... пойду на болотную. Дальше мы собираем совещание в фонде и понимаем, что как бы и напрямую, если я не иду на прямую линию, а иду на болотную, а клиника еще не открыта, не достроена, и врачи еще наши туда не вошли, мы подвергаем огромному риску, собственно, всю эту ситуацию. Да. Вот такая вот история. Да, я вам очень рекомендую еще раз, третий раз посмотреть это интервью полностью, потому что она много всего рассказала. А я, подводя итог разбору невербального поведения, должна сказать, что благими намерениями, к сожалению, дорога в ад проходит. Да, но на этом я решила не останавливаться. Я вообще, конечно, посмотрела и поняла, что у этого человека довольно сложно все должно быть вот в ее нумерологии, натальной карте. И действительно это так. Посмотрите, по нумерологии, вот у меня уже многие учатся, многие в этом разбираются. И посмотрите, целых 3 кармические цифры. Да, получается, что да, само сочетание Чулпан Хаматова, это 9-ка, это без кармической какой-то истории, как бы, да, но все-таки лучше бы она, если бы поменяла псевдоним, взяла бы какой-то псевдоним другой, потому что вот здесь вот у нее, вот смотрите, те цифры, которые не меняются, вот жизненный путь и день рождения, у нее чистенькие, да, а вот все остальное это кармическое, вот то, что можно, чего можно было избежать с помощью смены фамилии. Вот если вам не везет в жизни, вот я рекомендую для начала попробовать вот по нумерологии посмотреть, в чем проблема. Вот в данном случае проблема, которой можно было избежать, и не было бы такой сложной ситуации. Но смотрите, там, если глубже копнуть, все-таки эта ситуация заложена и в натальной карте. Видите, вот сложности в чем у нее? Она всегда находит ситуации, которые в дальнейшем ограничивают ее свободу. Вот душевное побуждение — это то, к чему человек стремится, то, какие ситуации он притягивает к себе. И здесь получается вот эта кармическая 14, она и говорит о том, что благими намерениями она дорогу в ад себе и сделала, да. И личность — это маска, которую она носит, и здесь то же самое, то есть подтверждение того, что она хочет, она
этим и является. Просто вот блестяще, да? Экспрессия 19, то есть это с самостоятельностью вопросы, да? Вопросы с тем, что либо она слишком инфантильно смотрит, либо слишком много на себя взваливает, ну вот, вот такие вот проблемы, которые ей приходится решать по жизни. Ну, знаете, должна вам сказать, что у меня часто приходят люди с разными ситуациями, да, у кого-то мастер числа в этих характеристиках, у кого-то много вот также вот таких кармических историй. И знаете, исходя из своего опыта, я могу сказать, что когда человек приходит с чистенькой, прям вот ни одной кармической истории, и вот по всем параметрам у него прям все идеально, как правило, это дает такого простого обывателя, которому, в общем-то, ничего и не надо, да, он пришел просто насладиться жизнью в этом мире, и ему, может быть, даже и скучно жить становится в какой-то момент. А вот человеку вот с такими характеристиками никогда не скучно, ее всегда жизнь проверяет на стойкость, ее всегда жизнь экзаменует, и вот, как минимум, Чулпан Хаматовой живется не скучно, вот то, что можно сказать по этой карте. Да, я пытаюсь просто найти какой-то юмор в том, что, как бы сложно, да. Значит, кармический урок девятка — это взаимодействие с социумом, да, и тут не только тут, но еще и в натальной карте мы это сейчас увидим, да, подтверждение. Число скрытой страсти — единичка. Единичка, она очень самостоятельный, такой прям один в поле воин. И даже вот то, что экспрессия у нее такая кармическая, я думаю, что в любом случае, в любой ситуации она умеет взять ответственность на себя. Вот точно ее проблема не в том, что она инфантильна, а в том, что она, наверное, больше на себя берет, чем может вынести. Вот, скорее всего, в этом, потому что вот когда так много скрытой страсти единицы, то вот эта кармическая, она, скорее всего, вот идет на плюс. Слишком много для женщины, это слишком много вот этих мужских качеств, и, соответственно, вот такая история. Число разума — троечка, но перед нами актриса, просто гениальная актриса. Я так считаю, не знаю, как вы, это уже дело вашего вкуса, но мне она нравится как актриса, потому что я вижу эмотива, эмотив — это для меня всегда самый лучший актер. Значит, и число реализации — семерка. Человек, который не любит каких-то легких путей, она все очень глубоко воспринимает. И, кстати, семерка, она часто у людей, которые ищут что-то очень глубокое, скрытое, и часто у верующих или у людей, занимающихся самопознанием, у них тоже вот, потому что люди, которые занимаются этим, они всегда чуть глубже смотрят на мир, им недостаточно просто каких-то поверхностных решений, им надо понимать, почему вот так именно, да, почему религия учит любви, да, и вот они докапываются до этого, до самой глубины. Ну, в общем, по нумерологии мы видим, что все сложно, но давайте по натальной карте посмотрим, что мы здесь видим. Вот эти ситуации, которую она так сказала, озвучила про... давайте про ситуацию сейчас скажу, но что отметить можно сразу, то что Солнце соединено с Плутоном, это человек очень харизматичный, магнетически харизматичный, вот она, как ее невозможно не заметить, вот при всей ее как бы скромности, да, может быть, но это не натальная карта, это космограмма, потому что я не знаю времени ее рождения, но по этой карте мы можем понимать, вот где находятся планеты, в каких знаках и вообще, как они соединены между собой. Так вот, здесь получается, что вот Плутон с Солнцем дает харизматичную личность, да, но смотрите дальше, вот я всегда смотрю на Лилит. Лилит, он очень о многом говорит у человека, тем более в таких скандальных ситуациях, где идет прям явно какой-то отток энергии, значит, у человека что-то с Лилит, что-то не так с Лилит. И я смотрю, вот Лилит, он, во-первых, соединен с Марсом и красным аспектом. Красный аспект — это вот в данном случае квадрат. О чем это говорит? Вот все, что она не делает, вот Марс — это активная деятельность, да, вот она там, драка или там какой-то бизнес, да, вот все это в итоге приходит к Лилит. Вот Лилит — это как черная дыра нашего вообще вот нашей личности, да, вот вся энергия Марса сливается в Лилит. Вот такая вот
Ну, то есть, что бы она ни сделала, все будет туда, в эту бездну сброшено, да? И вот почему у нее вот этот жест, и она его уводит, потому что она понимает, что драка для нее очень плачевна. Видимо, пыталась и поняла, что драка для нее не вариант, потому что как только она начинает драться, просто Лилиту достается больше энергии, вот и все. Результатов никогда, ну, для нее каких-то позитивных нет, потому что Марс вот так соединен. А дальше, следующий момент, вот она сказала, стрекоза в янтаре, а это как раз вот смотрите, вот Лилит соединен с узлом. Значит, смотрите, как это трактуется. Ну, это предназначение, да, и получается, и опять вот это соединение. О чем это говорит? Это говорит о том, что сначала ей дается много бонусов, а потом через 9 лет приходят и забирают в виде бумеранга. То есть бумеранг прилетает. Ей сначала много дается, а потом у нее еще больше забирается. Вот такая вот история. И она прям назвала себя этим мухой в янтаре, да. Это вот еще в астрологии, вот прям если вы откроете вот это сочетание, да, прям написано, да, трактовка, что это стрекоза в янтаре. Вот, то есть человек как бы сначала он сам идет вот в это, да, он сам увязает в этом болоте, а потом оказывается, что он становится он становится заложником ситуации. И вот, пожалуйста, и в натальной карте вот это вот становится заложником, да, она сама ищет эти ситуации, в которых потом становится заложницей. Вот заложники — это как раз и про 14, да, то есть это ограничение свободы. По большому счету вот эту яму, в которую она попала, она путем благих намерений она туда попала, да, и вот такая вот история. То есть это проигрывается ее кармическая история. Но я должна сказать, что Лилит у нее находится в рыбах, и ну вот, и по тому, как она справляется вот с этой ситуацией, да, я должна сказать, что она очень хорошо с этим справляется, она очень правильно себя ведет. Вот даже при всем, при том, что жизнь ее учит очень жестко, она, ну вот, все равно ее задача максимально помогать людям, ее задача максимально вот делай добро и бросай его в воду. Вот она сейчас так и поступает. Вот в этом интервью она постаралась всячески от этого фонда абстрагироваться, да, для чего? А это, знаете, вот как ситуация с ребенком, как к царю Соломону пришли две женщины с одним ребенком, и обе утверждали, что они матери, да, и он сказал, ну хорошо, давайте мы его разрубим, и каждый достанется половина ребенка. И одна женщина согласилась, а другая сказала, нет, давайте лучше мы отдадим этого ребенка вот этой женщине, только главное, чтобы он остался жив. И он сказал, вот настоящая мать. Вот в данном случае она поступает как та женщина, которая отказывается от своего ребенка в пользу того, чтобы этот ребенок жил. Вообще, конечно, ну, по большому счету, это очень... Ну, я ее в этом поддерживаю, вообще прям. Поэтому, конечно, трагичная ситуация, да. И, знаете, еще интересное, я посмотрела знаменитости, которые вот с такой конфигурацией, ну, вот Лилит, когда в рыбах, да, и вообще поразительное совпадение. Борис Ельцин, Михаил Горбачев и Сергей Есенин были вот с такой комбинацией. Ну, вот очень много у нее от всех этих людей. Вот я прям смотрю и понимаю, что, да, это часто непонимание социумом этих людей, да, осуждение, и, ну, к сожалению, ей с этим жить, да, и вот такая вот история. Но много хорошего, кстати, у нее в натальной карте тоже. Я просто вот сразу сконцентрировалась на плохом. Ну вот мне хотелось понять, откуда вот это выражение даже, да, вот прям четко она описала свою ситуацию. По большому счету у нее очень хорошо аспектирован тот же самый Марс, да, он с Юпитером хорошо аспектирован и хорошо с Меркурием. То есть Юпитер — это социум, Меркурий — это знание, общение,
отношения, да, и здесь очень хорошо, вот они дружат. Это, знаете, как вот три друга собрались для того, чтобы делать общее дело, да, и они каждый что-то делает. Но вот эти два друга, например, поссорились, да, и вечно ставят ультиматум Марсу. Говорят, вот либо я, либо этот, да, и вот приходится находить какой-то компромисс. Планеты, они же как люди, они вот общаются друг с другом, они ссорятся друг с другом. И вот эти красные, вот эти все аспекты, они говорят о ссорах друг с другом планет. А зеленые аспекты, это гармоничные соединения. И вот смотришь, у всех людей обычно вот так вот происходит, да. И, ну, это целая история, конечно. Если вам интересно про себя узнать, вы можете ко мне на консультацию прийти. Но вот в данном случае мы видим, что у человека вот она четко проигрывает свое предназначение, свою задачу в этой жизни — пройти определенные уроки. Также и каждый из нас, мы все приходим для того, чтобы проходить эти уроки, и, соответственно, ну, роптать здесь не приходится. И учитывая, что она все-таки этот урок проходит, я уверена, что ну, рано или поздно тучи над ней будут расходиться, да, и все наладится. И знаете, вот для тех, кто, может быть, не до конца поверил искренности в этом интервью, я должна сказать, что, ну, меня она убедила. Я не знаю, может, потому что я к ней хорошо относилась заранее, да, может, потому что я вижу по жестам, что она действительно искренне говорит, да, она в чем-то ошибалась. А кто из нас не ошибался? Все россияне были обмануты, и сейчас, к сожалению, мы все пожинаем плоды. К сожалению, весь мир пожинает плоды, особенно Украина. И здесь я, ну, как бы ни в коем случае не пытаюсь оправдывать, да, нас, россиян, но тем не менее все могут ошибаться, и никто от этого не застрахован. Но самое главное, что в итоге человек принял решение, и она уехала, она все бросила, она уехала в другую страну, где, в общем-то, все начинает сначала, вот из-за своей ошибки. И многие россияне это сделали. Ну, как могут, как можем, боремся с этим, как, я не знаю, мы навсегда останемся, конечно, перед украинцами в таком долгу, и наши дети будут еще за это отвечать, я, к сожалению, это все понимаю, но все-таки, ну, вот тех, кто, ну, одумался, я считаю, что надо прощать. И, ну, хотя, да, как я могу вообще давать какие-то в этом случае рекомендации? Просто вот для меня, я должна сказать, что она меня убедила в том, что действительно она искренне пыталась сделать свое дело, и, ну, какие-то шаги делала, те, что сейчас трактуются не очень хорошо, но в той реальности это были единственно верные шаги, и поэтому она на них шла. И вот так вот, как бы, это мое мнение. Вы свое мнение, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы считаете. Вполне возможно, да, и это понятно, всегда под каждым видео вы пишете мне свое мнение, я читаю. И напишите свое мнение, если я в чем-то не права, может быть, напишите, я почитаю, может быть, подумаю, в чем, может, действительно я в чем-то и не права. Ну, в общем, пишите свое мнение, а я с вами на сегодня прощаюсь. До новых встреч. Люблю вас всех очень сильно. Не забывайте поставить лайк этому видео, не забывайте подписаться на канал, если вы случайно зашли и вам понравилось. У нас всегда очень интересно. Люблю вас всех очень сильно. Пока-пока.